Catch this. Курлята, с вами я, Баскетмальчик 69К, ютубчик. И сегодня я расскажу вот обзор на приватный сервер от Фрузера. Да, Chicken Gun появился. Ну, короче, Фрузера. Короче, знаете, такого короче, я не помню. И он создал свою приватку на Chicken Gun. И сейчас мы будем тестить. Короче, тут у нас есть три кнопки. Это первая, самая первая версия. И ссылка, вы сможете скачать ее только в моем ТГ-канале. Ссылка в комментариях. Еще погнали. Итак, у нас есть кнопка сервер. Давайте какую-то кнопку, давайте карту какую-то спавним. У нас есть тут много карт, не так много, но есть. Первая, давайте на base 01 full. Вау, прикольно. Что у нас еще есть? Вау, вот это круто. Короче, это самая крутая карта. Ну и мы переходим к следующей карте. Следующая карта — это у нас Чубер Пинг. Ну что, заходим. Чубер. Салок нету. Ну ладно, это прикольно. Пошли. Там где эти домики? Сейчас мы с города как-нибудь вылезем. Или уже не вылезти. О, посмотрите, тут летающий какой-то, я не знаю, как это назвать, летающий мотоцикл. Боже, это походу будущее. О, машина из Chicken Gun, ну реального. Да, это реально машина из Chicken Gun. Ну, эта карта сделана прикольно. Анимирована. Но только тянина нету. Короче, тут только свет есть анимированный и все. Ну, это круто. Мы переходим к следующей карте. Следующая карта — это у нас Кверс. Какой-то. Короче, опа, это с Майнкрафта. Осуждаю Майнкрафт, но кто-то любит Майнкрафт. Ну, не знаю, короче. Просто Фрузер добавил такую развлекательную. О! Пере. Сейчас, подождите. Вау.
понравилось. Мы переходим к следующей. Следующая карта. У нас анимированная. Короче, анимированная карта Чао Хаус. Ну, короче, мы посмотрим только Чао Хаус. И потом перейдем к магазину. Блин, не получится. Ладно, сейчас перезагружу. Блин. Куда я зашел? Ладно. Вот наш Чикен Ган. Сейчас мы будем смотреть на карту Чао Хаус анимированную. Мы сейчас посмотрим и идем домой. Ну, короче, такая карта, тут тени анимированная. Все это тени есть. Вот самое главное, скидь туалет. Еще предметов нету, потому что это просто закрытый бета-тест, и я смог его взять, потому что Фрузер, именно создатель бетки, дал, короче, у него был конкурс. Ну, короче, когда один человек начал сливать эту приватку, то он слил строит, что приватку, короче, приватку, это как, приватку, ну, короче, приватку он начал сливать, один чувак, которому дали под тест, он начал сливать другим, короче, подписчикам его, и, короче, и вот так вот он настоящий бета-тест слил. Капец, это вообще, я не знаю, что там творится в этой телеге, ну ладно. Ну и с вами был Баскетматик69К, YouTube ЧГ. И всем пока!